Девочки, я заказала на Алиэкспресс тампоны. Осторожно, девочки, необычный тампон. Сейчас я буду тупить, а потом как бы смотрите до конца, в общем, прежде чем покупать и использовать. А, еще... О, боже, у них запах ужасный. Вот так вот раз и проталкивается куда надо, ниточка торчит. Да зачем потрошить водичкой, намочи, посмотри, как он разбухать будет. Неси стакан с водой. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня будет Алиэкспресс покупочки. Сегодня будет немного покупочек, но они вас удивят, как удивили когда-то меня. Да, будет пару вещей и будет пару необычных штук, которые реально очень интересные, да. И что-то я взяла попробовать, не знаю, буду пробовать или нет, короче, начнем. Итак, первое, давайте я это покажу вам, это то, что находится сейчас на мне, это вот такая вот классная блуза. Нормально, у меня тут торчит, все раскрыто, прикройся, мать. Значит, смотрите, такая кофточка, она вся такая блестит, это не кофточка, точнее, это комбинезончик. И как он классно выглядел на сайте. Как я его, в общем, мы с Кристиной, честно говоря, его присмотрели, там вообще облюбовали, там такая фотка кайфучая, я сейчас вам ее вставлю сюда. Но, к сожалению, когда он ко мне пришел, то ли он маленький, ну, Крис говорит, нормально сидит на тебе. Мне нравится. В плане по размеру, что, да, нормально сидит. Но мне кажется, что все-таки он маловат. Качество пришло, девочки. А, тут немного, знаете, вот не соответствует цвета. Вот оно как бы должно быть по-другому. Как минимум, вот посмотрите на пояс, пожалуйста. Вот, вот цвет пояса. Зелено-желтый. Вот знаете, вот реально... Слушай, я это оставлю для того, чтобы подвесить, завязать эту занавеску. Ничего ты не понимаешь. Конкретно, это для занавески. Ничего вот. Ты не для занавески, такие модные. Да хоть бы был цвет приятный. Это зеленый. Вот, вот где. Классический золотой цвет. Ну где он подходит сюда вообще? Ну куда? Ну, в какую сторону? Подходит, а вообще эти... Ну и какого хрена я заплатила деньги, чтобы купить этот комбинезон, о котором мечтала. И вот пришел довольно быстро. Не знаю, может быть, он на Кристинке будет лучше сидеть. Тебе отлично сидит. Ты его не мерила случайно? В общем, давайте я вам покажу ожидание, реальность именно вот этого комбинезона, которого я очень-очень ждала и облюбовала. Как видите, да, он очень смешной немножечко, и самое, на самом деле, самое, что, вот, может быть, я бы его еще обыграла, да, если там втянуть животик, чуть ниже опустить, что-то там придумать можно, но самое ужасное, он колючий, так что сейчас я сижу, и он холит меня со всех сторон, но он такой симпатичный, да, я такая вся блестю, такая звезда, поэтому я решила в нем снять, возможно, что больше никогда я в нем не сниму, то есть... Чисто сняла и положила. Я не знаю, что с ним буду делать. Я его повешу к себе в магазин, так как он новый. Но, может быть, кто-то реально захочет, понравится, потому что Кристине он нравится, но я ей не подарю. Я, в общем-то, не знаю. Короче, не знаю. Повешу в магазин, если что, может быть, буду в нем дефилировать там по офису. Посмотрим. Итак, следующее. Давно меня спрашивали, так как, девчонки, вот на Алиэкспресс нужно заказывать заранее, да, что-то бывает идет 2 недели, что-то 3, что-то, может, месяца 1,5 ждем. Сейчас погода непредсказуема, да, сегодня холодно, завтра жара, поэтому готовим сани летом, да, а платья летние,
Ну, готовим весной. В общем, да, наговорила что-то. И давно-давно я покупала платье, которое я еще ни разу вам не показывала и не снимала. Но вы его видели у меня в Инстаграме. И очень много посыпалось вопросов. Где ты взяла такое платье? Где-где-где? Дай ссылку. И я оставлю ссылку под видео на это платье, если... Еще оно есть, потому что бывает, что я там покупала в магазине, да, а потом раз, и все, закончились платья, и ссылки этой нету. Такое бывает. Если она еще актуально работает, то я ее оставлю. Платье действительно очень красивое. Единственное, что если вы очень высокая, то оно будет вам коротковато, потому что мне оно реально впритык, и то носить его не под каблук, а под шлепки. То есть оно будет хорошо вот так вот как бы в пол, да, и то не по полу не телепается. Ну, а если вы оденете каблук, то будет выглядеть немного коротковато. В общем, такое красивое, яркое, сочное, красочное, такое сарафан-платье с такими полосками, да. Здесь мне очень нравится, кстати, что можно одеть лифчик с пушапом, и грудь будет очень красивой. Вот эта полоска должна быть посередине. Оно длинное, по бокам длинные. То есть оно серое, да, яркие вот такие вот акценты. Ну, в общем, посмотрите, как оно смотрится просто, вы сами все поймете. И ссылку на него я оставлю под видео, если она еще актуальна. And I didn't understand that you were no one. И сейчас будут две такие необычные. И вот знаете, самый прикол я оставлю на потом. Давайте первое. Первое — это то, что увидела на Алиэкспресс моя Ленусик Хэппи. Может быть, кто-то знает мою блондиночку. Она увидела эту штуку, она там заказала через какую-то девочку. Эта штука к ней пришла, и она говорит: блин, она вообще такая нужная, она такая полезная. Показала мне, сначала не увидела ничего такого, но потом подумала, что если ей так она нравится, такая штука, да, вот полезная и интересная, то, думаю, моим зрителям тоже понравится. И я решила заказать тоже такую вещь. Единственный вариант, что я думала, что она чуть-чуть меньше. А она пришла такая прям огромная. Давайте вместе посмотрим, потому что я еще ее не распаковывала даже. Запаковано хорошо. Тарелка. Это не просто тарелка. Что-то непонятное. Нет, я знаю, как на сайте оно выглядело. А что в реале? Ну да, это оно. Слушайте, она реально большая. Как думаете, что это? Ну, друшлаг. Нет. Это не друшлаг. Подожди, блин. Нет, нет, нет. Чай заваривает? Нет. Нет. Что еще, какие догадки? Отдельно есть овощи от бульона. Если борщ ешь. Борщница. Нет. Открываю вам секрет. Кристина, значит, уже предположила, что это друшлаг, борщница, что-то там еще. Чай заваривать. Чай заваривать. Но на самом деле все это не то. Это такая вещь. Кстати, Кристинке она тоже будет очень полезна, потому что она любит щелкать семечки. Мы кладем сюда семечки или какие-то фрукты, или еще что-то. Дай мой телефон. Сюда мы вставляем планшет. А вот эта дырочка для шкорок. Круто. Там есть разные цвета, я решила заказать зелененький. Да, и вот классно. И самое интересное, что когда мы помоем, если, допустим, мы едим с вами виноградик, да, то здесь вот эти дырочки, за счет которых, ну, да, стоит имя, дырочки, за счет которых вся водичка стекает туда вниз. Хорошо, что таких размеров, ты говоришь, большая, мелкую, думаю, не... Я думала, да, что она вообще меленькая такая будет, вот в два раза меньше где-то, она такая крупная. Слушай, но Ленка, она вообще, она прямо, она говорит, блин, она такая удобная вещь, мы все время ее используем. Семечки там, еще что-то все время. И на телефоне бывает, вот смотрят они тоже. Просто больше, да, нужно? Я не знаю. Вот она просто так разрекламировала, и так оно было полезно, что я тоже решила взять. И думаю, что да, виноградик раз намыл, ну, положил, чем просто с тарелками ходить. И плюс пластмассовая, она же упадет где-то с малым, и ничего не будет. Короче, вот такая вещь, если она кому-то будет интересна и полезна, я ссылку тоже на нее оставлю внизу, там несколько цветов. И вот знаете, что она такая вот здоровая. Здоровая.
В дорогу, да, нечего в дорогу больше брать, как такую миску. Подожди, фарфоровую уже не возьмешь, разольется. В дорогу минималку всякую берут. Кристина, а теперь самое интересное, иди сюда. Да, ты самое интересное, я же на финиш оставляю, самое интересное. Девочки, я заказала на Алиэкспресс тампоны. И это не просто тампоны, которые мы привыкли видеть там где-то, да, у био, там что-то. Это какие-то необычные тампоны, и честно, я вам скажу, что я взяла ими прям не пользоваться. То есть мне стало интересно, что такого есть для девочек, для нас, как помните, женские штучки, я заказывала, да, женские штучки я снимала, и много необычного для девчонок находила. И также вот среди этого я нашла такие тампоны, и вот я не знаю, я просто захотела на них просто даже посмотреть. Одно дело на фотографии посмотреть, как там что, а другое дело реально пощупать. Ну, я помню, что чашу, когда я покупала, я ее так и не попробовала. Кто знает, кто помнит и спрашивает. Я ее так и не попробовала, и, честно говоря, не хочу пробовать. Ну, просто мне неприятно. Неприятно как-то ей воспользоваться даже. Вот, сейчас здесь пришли тампоны. Тампоны какие-то необычные. Мы сейчас распотрошим с вами вот такой пакетик. Anercare. Clairpoint, они типа какие-то там травяные, что-то такое. Они находят... Ой, они такие маленькие. А почему ты решила заказать? Чем они примечательны? Ну, они вот... Ну, просто, что вот они такие. Ты вот видела, когда они там... Вот они примечательные, те, что они вот такие. Да, ну, то есть ты увидела их и решила... Да. Вообще, честно говоря, они очень маленькие. То есть, понимаете, это с ноготок мой. Я думала, что они где-то, ну, вот такие. Я еще такая думаю, господи, как ими пользоваться? Я должна это посмотреть. А то, что они такие малювки, их здесь 12 штук, по-моему, или 24. Вот, они все такие малявочки, они в каком-то вакууме. Держи, хочешь тоже попробовать? Да, вот, они все... Сейчас я скажу, сколько их тут штук, чтобы быть точным. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот так, вот так вот оно выглядит. Здесь есть надрыв. Давайте оторвем, надрывем. Просто интересно. А, еще! О, боже! У них запах ужасный! Нет, ну, красиво понравилось. Почему сразу ужасно? Но он очень резкий, он очень травяной. Только не доставай. А, ну это не в том смысле. Что еще? Земляной еще какой запах. Короче, ядерная, ну, смесь. Туалет, когда обрабатывают, это вот такое вот обрабатывающим чистоту, типа хлор. Я не знаю, как, девочки, я не знаю, как это засунуть. Никак, то есть веревочка еще. А никак тут. Да, Кристина говорит, что здесь отдельно веревочки. Или нет, а вон она. Да, веревочка намотана. Короче, я достала. Это вот такая штучка. Вот она. Там внутри какие-то травы, что-то такое сделано. Намотана, видите, здесь ниточка. Сейчас мы ее отмотаем. Запах вообще просто, он мне режет глаза. Но он неплохой, он чистоты именно, концентрация чистоты. Запах чистоты. Сейчас мы эту веревочку. Я не представляю, я очень боюсь. Попробовала бы? Может, мне кажется, наоборот, оно еще лучше, это когда обычные засовывают. Может быть, Кристина нам поможет в тесте тогда? Они на самом деле дорогие. Мне кажется, это вообще очень. Они не дешевые. Я очень боюсь просто всякие такие вещи, эксперименты, вот в плане запахи вот это. Её проще ещё. Вот ниточка, достаточно длинная, нормальная ниточка. О, очень маленький, вот с ноготок, пожалуйста, тампончик. То есть он вообще маленький, видите, да? Вот, там внутри на самом деле твердый, он твердый. Ну, Кристин, это мы выкинем, это понятное дело. Ты откроешь новый. Мы тебе, конечно, дадим новый, запечатанный на... Ну, попозже. Используешь, расскажешь. Так что, если что, пишите Кристине, пользовалась она или нет. И также идут здесь вот такие пальчики одноразовые. Видимо, одевается вот такой пальчик на пальчик. И, ну, мы все понимаем, как это делается, да? Может, тут все девочки. Вот такой пальчик одевается. Вот так вот раз. И проталкивается куда надо. Ниточка торчит. Что с ним потом происходит, я не знаю. И мы это потом спросим у нашей Кристюши. Думаю, в интернете есть отзывы. В общем, вот такой вот тампонито. Тампонито
Слушайте, ну раз мы уже его разытвали, может, мы его вообще распотрошим? Да зачем потрошить водичкой? Намочи, посмотри, как он разбухать будет. Неси стакан с водой. Вот Кристина, блин, вот я бы не допетрила. Ты решила в моем чае просто, да? Ну, блин, нет, это как-то не это. Налей воды. Как-то не камильфо. Итак, ладно, поехали, смотрите. Я вам показываю, такая моя любимая кружка. Любовь. Нет, смотрите. Давайте проверим. Ой, так интересно. Крис, ты ничего, ты куда пошла? Тебе не интересно, что ли? Давай поближе сейчас к экрану, мы присоединимся. Мне кажется, что... Что ты думаешь будет? Ой, только не хрусти, пожалуйста, очень громко. Хрум-хрум на фон пришла. Мне кажется, что будет долго набухать, и только ты завтра скажешь результат. Думаешь, так... Ну, пару часов, как оно в жизни. Сразу. Да я уже показывала. Интересно, что было. Не надо, это надо ее отставить. Ну ладно. Что, вернуться попозже? Да, через часок. Ладно, вернемся попозже, хотя бы через часок. Да? А ну-ка, может уже сделать? Пока нет. Пока ничего. Что ж там будет за тампон, который за секунду разбухает, да? Блин, какая же я блондинка. Надо перед тем, как все это происходило, то есть... Даже нет, сейчас я... Давайте я вам сначала расскажу, в чем все-таки дело, а потом я скажу, что я сделаю и что я поставлю, прежде чем... Я думаю, что я хочу все показать. Я очень люблю, когда иногда я туплю, и эти все естественные моменты, конечно, они очень мне ценны, если честно. Поэтому я не стесняюсь этого. Все люди бывают ошибаются и тупят, и иногда это смешно получается. В общем, залила я в стакан наш тампон. И Креститочка моя пока кушает тут свою капусточку, читает. Как бы написано белым по розовому вообще для блондинок. Конкретная инструкция. И она говорит, это вообще не там, не обычный тампон. Я говорю, а что такое? Она такая... Я говорю, что для девственницы? Она такая, нет. И так на меня смотрит, как будто я что-то страшное сделала. Читаем инструкцию. Наименование продукции. Тампон. Показания к применению. Продукция является женским оздоровительным средством и предназначен для лечения и профилактики гинекологических заболеваний и расстройств для местного применения. Способ применения и доза. Промыть влагалище, вставить тампон на глубину 5-7 см, оставив вытяжную нить снаружи, извлечь тампон за нить. Через 1-3 дня сделать спринцевание отваром ромашки. Предостережение. Самое главное. Первое. Данная продукция не может заменять лекарства. Второе. Запрещается использовать беременным женщинам и во время менструации. Нормально, да? Если бы не Кристина, я бы, наверное, даже и не прочитала этого. Жесть вообще. Вы меня завалили просто. Третье. Не использовать при аллергической реакции. Вообще большими буквами. А вот Кристина мне показывает, смотри, Силя, а тут вообще его даже черным по белому, как бы, это уже для всех людей инструкция русская, большими буквами, так, чтобы если плохо видно кому-то, да? Нет, кто-то просто не смотрит, понимаешь, кому-то просто не нужно это. Тампон в темном сухом месте. Хранить срок годности 24 месяца, то есть 2 года. Короче, девочки, это не тампон, никто не заказывайте, не покупайте, не пробуйте, это вот, видимо, здесь на самом деле состав есть, это, видимо, когда расстройства действительно какие-то есть, да, вот, ну, не как лекарство, а как какая-то профилактика, я не знаю, что, конечно, может быть такое, чтобы его начать употреблять, применять, но состав здесь такой, экстракт джгун корня муньё. Корень стемоны, я первый раз слышу все эти названия, поэтому, возможно, неправильно читаю. Плод кохеи виничной, пустырник японский, корень смилакса, корень дягеля лекарственного, лигустикум мутилиновый, боренеол. Скорее всего, я не знаю, честно говоря,
для чего это вот реально применить. Я бы вот кому-нибудь это отдала, потому что, возможно, это полезная какая-то вещь, да, действительно, кому-то она, может быть, поможет, но я не знаю, для чего оно мне нужно. Я думала, это такой конкретный тампон, думала, повеселить вас. Классно. Короче. Силь ты лох. Поэтому, ага, так как я хочу оставить все это видео, я перед видео вообще с этими тампонами, мне нужно сделать... Осторожно, девочки, необычный тампон. Сейчас я буду тупить, а потом как бы смотрите до конца, в общем, прежде чем покупать и использовать. Это я вставлю перед тем, как буду тупить, чтобы никто случайно не там... Вот. Вообще жесть. Спасибо, Крис. Что мне с ними делать теперь только, я не знаю. А тебе они нужны, что ли? Травка. Как и для чего? Там же написано. Кристина вот любит травки все. Я тебе их, естественно, подарю. Подожди, ты по нашему российский доктор. Может, я пишешь? Покажу это доктору, он скажет, что это? Там что травы это? Написано, никаких едов, пустырников. Ну да, нет, это не лекарство, как бы всякие травы. Мне кажется, оно вообще оздоровительное, по принципу. Во время месячных вообще нельзя. Нормально вообще. Ладно, мои хорошие, надеюсь, мое видео было первое интересным. Ой, нет, первое полезным. Второе интересным. Третье. Так, а что третье? Каким? Да нет, нет! Я вспомнила. Смешным. Потому что я хочу, чтобы вы улыбались, радовались и веселились. И мне очень приятно, когда девочки мне пишут, что видео повеселило, там еще что-то. В общем, если вы сейчас улыбаетесь, знайте, что я очень рада, что мне удалось вызвать у вас улыбку. И тогда я с вами прощаюсь. Если все это было или что-то одно из этого, то обязательно ставьте мне лайк. Мне очень приятно, я слежу за лайками. И подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Впереди много интересного. Как вы поняли, я люблю экспериментировать и что-то новенькое находить. Не всегда это, конечно, получается, но я стараюсь вас всегда удивлять. И прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. А моим первым покупателям я передаю большой привет. Это, кстати, семья из... Большая семья, где много девочек. Я передаю привет Алёне, Веруне и Марии. И их маме Лидии. Они мои первые покупатели в моем шоу-руме. И поэтому вообще... Да, класс! Я вам передаю привет. Все, пока! Discover it is within each other to fall.